Бах, Гендель, Моцарт – великие композиторы, чьи произведения считаются бессмертными. Их композиции играют во всем мире на различных инструментах. Детский образцовый ансамбль «Теремок» на сцене филармонии повторил классиков на народных инструментах. Новая программа основана на произведениях композиторов-классиков 17-18 веков. Надо сказать, что народные инструменты не так часто исполняют эту музыку. И вот мы попытались таким образом восполнить этот пробел и поиграть именно классическую музыку 17-18 века. Чтобы достичь таких результатов, дети репетируют 6 дней в неделю по несколько часов ежедневно. Долгие репетиции, много времени занимает, конечно. Но результат стоит того. Плоды великих композиторов цепляют всех, и возрастного слушателя, и маленьких деток, которые, возможно, только открывают для себя мир классической музыки. Понравилось очень. Ребятишки вообще молодцы. Порадовали и своим репертуаром, и своим исполнением, старательностью. Все исполнялось у них с любовью, с душой. Очень понравился концерт. Экскурсия в очаровательный музыкальный мир эпохи барокко под руководством маленьких музыкантов вызвала шквал аплодисментов. Берт Цыдыпов, Александр Череш, Сергей Петров. Новости дня.